Перед началом моего сегодняшнего видео, ребята, я рекомендую вам подписаться на канал PlayColia88. На этом канале выходят, ребята, видосы по танкам онлайн. Их пока очень маловастенько, но, ребята, скоро здесь будет просто ажиотаж полный и заполнен канал, конечно же, видосиками. И, соответственно, ребята, если вы им заинтересовались, то переходите на него по ссылочке в описании, либо кликайте сейчас на аннотацию. Но я вам желаю приятного просмотра моего видоса. Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер и Саша, поздоровайся. Всем привет, ребят. Да, короче, ребятушки, у Сани есть свой канал, ссылочка, конечно, будет в описании, так что заходите, подписывайтесь, чувак просто снимает охренительные видосы по танчикам, так что вам однозначно понравится. Вот, и, короче, ребята, у нас опять сегодня рубрика «Летающие сардельки». Я, в принципе, в прошлом видосе говорил, что Саня не хочет его так назвать, потому что он заботится о своих внуках. Но это, в принципе, ладно. Одобряю. Можно так и называть. Вот, и, короче, ребята, опять же, у нас нужно чувакам запаркурить на вот этот вот домик и приз 50 тысяч кристаллов с ДК. Ну, и, как обычно, ребят, Джойса у нас нету. Ну, так как он является спонсором, мы, соответственно, эту рубрику делаем. Так что все нормально. Вот, и, блин, здесь надо опять же смотреть, чтобы вот это вот мостика не запаркурили чуваки. Я буду их пытаться прессовать сейчас. Да-да-да, потому что они уже начинают это делать. Какие-то они хитрые. Вообще не говори. То есть, так, главное следить. Да-да-да. Смотри, он уже встал, то есть, на вот эту позицию свою, и он сейчас будет пытаться всячески подкидывать чуваков. То есть, я уже предполагаю, что они просто зашли с другом. Нет-нет-нет, хух. Опасно было? Да. У меня просто, понял, я, короче, сейчас скинул чуваков, и у меня тупо перезарядочка, и сразу чувак второй залез. Ой-ой-ой. Слушай, братан, там все плохо. Да, а, да. Я, короче, смотри, все, без проблем, пускай пытается. Да-да, пусть пытается. Нет, подожди, они же смогут. Чувак, не допусти этого. Я клевый. Не, они не смогли. Вот. И, короче, ребята, вы под прошлым видосом набрали просто херово туча лайков. И мне это, в принципе, очень-очень сильно понравилось. И поэтому... Ой-ой-ой, это что, подлогончик такой был? Что-то они потные какие-то. Они прям пытаются, ты смотри, сразу вообще не говори. То есть, чуваки уже пронюхали фишку, то, что нужно всячески помогать. И заходят, короче, в эту битву со своими друзьями. Это мне не очень таки сильно нравится. И они пытаются как раз таки с этого вот мостика запаркурить. Чувак. Я, короче, наверное, встану здесь, чтобы, если что, корпусом им не дать. Да-да. Ну, вот так же всячески мне тут иногда помогай, потому что чуваки тут иногда пытаются и тут запаркурить. Так, давай, чувак. Я вижу, что уже он хочет сделать, просто... Оп! У него это не получится. Сверхуспешный парень. Смотри, они еще минки кидают. Они, чтобы, короче, они другой команде мешают, они кидают минки, они какие-то это... Я тебе говорю. Слушай, а давай, короче, считерим сами минок нафигачим там. На входе, да, вот там? Да. Слушай, чувак, да это... Ой-ой-ой, это было опасно. Просто изи-идея. Нет, нормально, я вот так немножко подпугнул. Не, подожди, реально, давай сейчас вот здесь вот минок нафигачим, и все, и нет проблем. Да. А давай на туре? Ну, хотя бы. Одну так. Ну, блин. Ребята, ну одну можно минус. Потихонечку. Оп. Чтобы никто ничего не понял, да? Все, никто ничего не понял. То есть я стою, я тупо здесь мешаю. Еще одна минушка. Оп. Все, ребята. Немножечко читерим. Потому что здесь чуваки иногда пытаются просто так вообще запаркурить. И сами, ребят, подумайте, 50к кристаллов, то есть это вам тоже не хухры-мухры. Ой-ой-ой-ой, чувак. Ага. Тащи катку, тащи катку. Ну. Мне кажется, я ему тупо помог сейчас. Вот этим всем сделал. Не знаю, они залезают почти так же успешно, как я залезал на этот домик. Вы просто, ребят, не знаете, как я сюда пытался залезть. Вот, да, вот. Жалко, мы это не записывали. Я, блин... А, че, я затупил, у меня аж этот, как его... Короче, я могу уж сохранить последние 5 минут экрана своего, а я что-то затупил, я не подумал. Ё-моё. Ой-ой-ой, ой, чувак, плохо. Чуваки, просто убегайте от меня, потому что у меня молот, я буду всех спихивать. Да-да, диктатора сразу надо разносить, потому... Ой-ой-ой, слушай, опасно. Да-да, сноси. Смотри, они сейчас будут пытаться паркурить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как молот хорошо зашел. Так, мне нужна перезарядочка, чтобы у меня было 3 выстрела. Слушай, а вот сейчас будет плохо, потому что там они из разных команд сейчас. Ага, вижу. Так, ладно, давай я, короче, пока попробую больше мост фокусить, потому что тут... Ой, это не опасно. Чуваки просто полетели. Блин, вот смотри, я сейчас хочу кое-что сказать, но я боюсь сглазить.
Ничего такое. Или я уже сглазил, да? Что, то, что стрелять начинают? Да. Я только об этом подумал, сразу начали чуваки стрелять. Ой-ой-ой, слушай, они прям близко и близко подходят. Еще по нам фигачит какая-то рельса, вот просто по КД. Да, это какой-то... Я буду ее прессовать. Чувак с ником что-то 2000, но... Ну, короче, блин, ребята, Бану даже 2004. Я так думаю, 2004 это его год рождения, в принципе, ничего нового. Но все равно, вот зачем бить меня или Саню? То есть, если вы меня сольете, меня или Санька, соответственно, кристаллов вы не получите. И конкурса не выйдет. То есть, вы как бы просто зря теряете время на ару. Это, блин, нелогично. Конкурса не выйдет. Вы пытаетесь слить, да, что-то там доказать, да, как-то нам пытаетесь сорвать конкурс. То есть, мы-то его выложить выложим. Потому что конкурс... Мы-то что? Мы люди простые. Нам это... Да-да. Видим конкурс, выкладываем. И вообще все ради внуков. О, да-да-да. В первую очередь внуки, ребята. Внуки — это на первом месте. Это никто ж не понимает, о чем я говорю. Все самое обидное. Все думают, что я просто шизофреник, что мне 15 лет, а я про внуков говорю. Ой-ой-ой, как чувак полетел. Слушай, а тут вообще в одиночку же, ну, не так трудно залезть, да? В одиночку реально тут залезть. Вполне, чувак, реально. Просто нужно прям попотеть. Но это реально. А, и при этом, чтобы еще никто не мешал, да? Да-да-да. А, ну, мы-то клёвые, да. мы мешаем. Да-да-да, ребятка. То есть... Ой, слушай, они что-то потеют. Угу. Опять же, ребята, сложность в том, то, что здесь приз, во-первых, такой огромный, ну и, во-вторых, мы всячески вам пытаемся помешать сюда забраться. То есть 50к мы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это потно, это прям... Ой-ой-ой, куда? Ах, как молотом хорошо выдал ему. Ладно, все, я тут так потихонечку минок накидываю. Ай-яй, Сань. Осторожно. Меня прям одновременно чуть не слили, и одновременно они чуть не залезли. Угу. Еще вот летит прокурист. Нет. Ой. Люблю прокурист. Мне нравятся чуваки, которые просто едут сюда, получается, и это. Ну вот это просто животное сейчас пытаются Саню слить. Зачем, непонятно. Какие-то нелогичные ребята. Вообще не говори. То есть, ребята, если вы даже сольете меня или Саню, видос-то выйдет, это все понятно, да, развлекалка для подписчиков будет, но приза вы не получите, ребята. Для чего это делать? Больше того, вы еще и полетите в бан, да, где только можно, потому что не все, может, понимают, но по нику в танках онлайн найти страницу ВК просто проще простого. Тихо. А то некоторые не понимают, что так можно найти. Блин, я только что пропалил схему. Вообще не говори. Ну ладно. Слушай, а сейчас, по-моему... Ух, твою ж. И зачем это было делать? Вот что за додик это сделал? Это вот это, животное. Это 2004-й. А мне пофиг, я пойду просто, я буду там их на подъеме блочить. Мне плевать. То есть, ребята, все, конкурс продолжается, но теперь Саня будет снизу. И всех вас херачить. Наслаждайтесь. Все, ребята, то есть наслаждайтесь. ДЦП испортило конкурс. Я как бы это, человек простой. Я ж вам жизнь, ребят, испортил, вы не понимаете. Просто охренеть. Я принципиально вредный. Тихо, вот так ба-ба-ба-ба-ба. Надо, посмотри, кстати, прокуристы подъехать. Ник его скопировать, и потом тупо его во всех пабликах. А, ну все, значит, все нормально. Все, парень будет наслаждаться. Все, а я буду миночки подгонять, кидать, короче. Да-да-да. Теперь смотри, они мне пишут, Вайдер, смотри мост. Ну да-да-да, Вайдер, смотри мост. Теперь, ребята, у вас там Саня есть снизу. Опять же, вводятся у нас такие доработки. Если вы кого-то сливаете из нас, для вас же это хуже будет, потому что либо теперь я, либо Саня, там, либо Джойс будут ездить внизу и тупо вам мешать туда запаркурить. А как прикинь, короче, если еще и тебя сольют. Ну, и мы вдвоем будем гонять их, да, приставать. Сука, это вообще просто... Просто это идеально. Да, они вообще не заберутся никогда. Тихо, подожди, чуваки что-то пытаются, они потеют. Давайте, ребят, сейчас бы попаркурить. Ух, паркур. Так, у меня перезарядочка небольшая. Опасно немножко было. Но, в принципе, ладно. Ой, как Саня. Самое обидное, что тут им проще меня сливать. Это вот единственное плохое. Да. Не, ну зато им ты теперь там просто куча неудобства доставляешь. То есть теперь чуваки никак вообще на этом мостике. Смотри, сейчас бы по подъемчику залезть. Слушай, так это изи тактика вообще. Ну да. Не, ребят, просто если вы думаете, что вы можете как-то испортить нам конкурс, нет. Вы не можете, мы сверхразум. Просто я это, все ради внука. Я ради внуков способен на все. Да, ребятушки. Так что смотрите сами. Нет, слушай, это в натуре такое вообще изи доработочка.
если кто-то нас сливает, мы, то есть, видос не скачиваем, а тупо тот чувак, которого слили, ездит и мешает им всем. Вообще без проблем. Теперь это еще и официально, грубо говоря. Да. Ой, что-то мне на мосте делают, Сань, нужен хелп, чтобы ты там вообще разнес. Я немножко слился, я сейчас еду. Да, я понял. Иду уничтожать. Ага. Ну, я, в принципе, слежу иногда, но остается сколько? 3.50 времени, то есть, ребята, у вас есть время, чтобы запаркурить. И если, соответственно, никто не паркурит, мы никому не отдаем 50 тысяч кристаллов. Блин, вот сейчас вот как раз зашла бы эта переодевалочка. Потому что я бы сейчас одел фреза тут. Ой, слушай, вот там что-то больно у тебя прям. Нормально. Они пытаются. Я их все слил. Да-да-да. Блин, они, короче, под меня пролагивают, и я падаю вниз, это не клево. Да-да. Но это, мне кажется, чувак уже просто игнор какой-то. Тут пошел. Либо у них просто лагает, и ты у них не прогрузился, как это у тебя с тобой было. Ну, это отдельная история. Да. Это, ребята, соответственно, вы увидите на канале Сани. То есть, если вы не поняли, о чем идет речь, то заходите на канал Сани, подписывайтесь, и скоро вы там увидите видосик. И смотрите наш совместный видос, тот же конкурс, та же карта, только как бы второй выпуск. Да, ребята. То есть все ссылочки есть в описании. Слушай, на Сани. А ты видел, что они сейчас пытались сделать? Они пытались сквозь карту, короче, пролететь, сквозь стену. Они это. Тоже круто. В смысле? Они, короче, смотри, что делают. Они, я не знаю, может, это, конечно, хитрый план. Но они пытаются залететь вот туда, вот они едут, прыгают и надеются пролететь сквозь крышу. А вообще так реально сделать? Нет. Это как бы немножечко нелогично, но... Ну ладно. Нормально. Блин, остается 2 минуты и... Нет! Как так, чувак? Ну... Я только сказал, что мы сэкономим кристаллы Джойса. Ну, он тебе, если кристаллы платит Джойс, то, собственно, и не проблема-то. Так, кто это получается? Дьявол из пепла? Короче, ребята, копируем его ник, я, конечно, скину этот ник Джойсу, и он скинет 5000 кредитов через CoinSap, ну, соответственно, и ник задонит. Так что, ребятушки, опять же, ссылочка на Джойса спонсора есть в описании и на Саню. Есть в описании. И, короче, ребята, если вам понравился данный конкурс, то обязательно подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Ну а с вами был Вайдер и Саня. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Hate the player, don't hate the game. Hate the truth, man, we take all blame. That you got no money, you got no fame. That you got no heart.